вы в прямом эфире. Отлично, сейчас. Друзья, сейчас я вас познакомлю с тем человеком, который все это организовал. Это фантастический, потрясающий человек. Большой, масштабный, ну, как мы любим. Потому что все-таки хочется идти туда, где делают глобальные проекты, где делают что-то невероятное, то, что не делали, ну, никто. Сейчас я вас буду познакомить с Дмитрием Владимировичем, правильно? Викторовичем, простите. Ничего страшного. Дмитрий Викторович Ершов. Друзья, кто не знает, это как раз, можно сказать, владелец, да? Или вот я прям камеру на вас переворачиваю. Ну, давайте мы говорим, президент фестиваля красоты «Невские берега». Поэтому не хочется себя выделять, так как оргкомитет на сегодняшний день, на минуточку, 300 человек. Вот, потому что обслужить почти сотню посетителей, сто тысяч посетителей, которые за 4 дня предполагается, что они пройдут, это, конечно, нужно иметь очень большое количество людей, помогающих, вспомогающих, контролирующих, координирующих, то есть, потому что такой масштаб от 1500 участников, это уже тоже не просто так, чтобы это все работало как часики, вот, что это 1500 только участников, а еще около 5000 моделей будет причесано в различных разных вариациях. А сколько лет чемпионату? 20, представляете, уже 20 лет мы уже, да, творим. Это юбилейный. Да, ну это можно сказать юбилейный. То есть это ваш, вы придумали, вы основали 20 лет каждый год без остановок? Не каждый год, два раза в год. Каждый год, два раза в год мы делаем это мероприятие. Помимо того, что еще на Невские берега более 50 городов России делают отборочные соревнования своих мастеров, и победители, лучшие мастера, едут сюда. У нас из Беларуси только приехало более 10 автобусов. А самое главное, это то, что мы добились международного статуса. К нам едут иностранцы, их не надо звать. Почти из каждой страны приехала хоть маленькая, но команда. Европа вся приехала. Очень интересно, что в этом году азиаты подтянулись. Это Япония, Корея, Монголия, Япония, Китай. То есть, ну, на самом деле, действительно, очень. Вот я даже подходил к людям и все время нарывался на нерусскую речь. То есть, очень как бы хотел поинтересоваться мнением, а получалось так, что он говорит, no, speak Russian. Ой, класс! Это приятно, конечно. Сколько в этом году участников? Вот участников сказал 1500 участников. Вообще невероятно. Вот. А причесано этими участниками, еще раз повторюсь, более 4500-5000 моделей будет причесано. И при этом все творят, и творят достаточно очень интересно. И вот приезжает телевидение и часто спрашивает о том, а какие там модные тенденции будут показаны. Да. И такой достаточно очень традиционный вопрос. Но я хочу сказать, что понятие модных тенденций, оно уже устарело. Вот оно было в советское время, когда люди одевались. Был небольшой выбор, и поэтому мода, она имела быть место. Там, например, из двух вариантов, что модно. Там широкие штаны, и все одели широкие штаны. Там юбки валан, и все в юбках валан. Сейчас, при том разнообразии, ни одна девушка не захочет быть похожей на подругу. Они все хотят быть индивидуальными, и поэтому модно сегодня быть индивидуальными. А если говорить о тенденциях, то в этом году модно радикально, креативно изменить свой имидж. Вот это вот будет модный тренд. Но самое главное, опять же, это то, что изменить имидж нужны идеи. Так вот, нужно идти на Невские берега, потому что вот эти тысячи стилистов, нейл-дизайнеров, визажистов, которые модельеры, потому что и модельеры тоже подтянулись в наше движение, как раз и в них, вот, знаете, просто невероятная феерия идей разных, самых разных, от креативных до каких-то таких консервативных, но то, что именно вот здесь пропитавшись идеями, их потом нужно, так, это для модельера, для своего парикмахера. Ну, иногда бывает так, что свой мастер или стилист перестал устраивать, то тоже можно прийти и выбрать ведущих прогрессивных мастеров, которые визуально показывают свой уровень и которым потом не страшно довериться. Я уже не говорю про девчонок, которые планируют замуж выйти. Я знаю, что такое подобрать свадебную прическу, потому что будут фотографии, которые останутся на всю жизнь. И хотя бы, кто хотя бы раз не плакал в салоне, потому что из молодой девушки сделают какую-то старушку, тетеньку с буклями. Вот, поэтому, ну, зачем вот это все делать? Вот надо сюда приходить, пробовать, искать мастера, потому что, ну, не в этом году, все равно когда-то замуж выйдут. Но отрабатывать
замужество, то, как будет выглядеть невеста, нужно уже сейчас. Супер! Вот, поэтому, конечно, это тот момент, который можно уже прикидывать. Не в последний момент бежать, когда там осталось чуть-чуть искать мастера. Это нужно заранее знать, что вот, да, этот меня будет там на свадьбе, это будет шить мне платье, это, значит, соответственно, будет такой свадебный макияж. Очень важно собрать как команду. Да, она дорогая, но один раз в жизни можно позволить, тем более, все равно будет платить жене. Но выбрать нужно сейчас. То есть вот сегодня нужно искать таких людей, с которыми вы будете идти по жизни, с которыми состаритесь, и потом вы будете рассматривать те самые прекрасные фотографии, вспоминать, как прекрасно было это когда-то, там много-много лет назад. Поэтому сюда нужно идти за идеями, сюда нужно зайти за новым имиджем, и здесь нужно быть такими людьми, которые, ну, наверное, всегда в этой ситуации стремятся, ну, наверное, к чему-то новому, понимаете? И оказаться в количественном, достаточно, в большом количестве творческих людей, вот, понимаете, никакие видео, никакие гаджеты не заменят вот это конкретное ощущение большого количества творческих людей. Это невероятная обстановка. Ты заряжаешься здесь какой-то непонятной творческой энергией, которую можно направить, ну, не обязательно в направлении индустрии красоты. Творить нужно везде, и за компьютером, и дома готовя что-то. Да. Поэтому, вот понимаете, этот импульс вдохновения ты получаешь здесь, который можно применить куда угодно, где угодно. И я как раз хочу, чтобы вот именно этот фестиваль, вот он и пробуждал людей, вот это пробуждал в людях вот это прекрасное, настоящее, потому что самое настоящее назначение женщины – это не домохозяйкой быть, а как можно дольше сохранять свою молодость и привлекательность. Как здорово! А вот меня интересует вопрос. Я знаю, что вы в прошлом парикмахер. Да. Вот. Как добиться от парикмахера до создателя вот такого масштабного фестиваля, о котором знает весь мир? Как вообще это пришло вам в голову? Как вы прошли эти ступени развития? Как? Ну, потому что не все парикмахеры могут добиться этого. И прям преклоняю перед вами голову. Я хочу сказать, что, конечно, я когда-то был парикмахером, причем потомственным парикмахером. У меня и бабушка, и дедушка, и мама все были парикмахерами, но уже ничего не оставалось, как пойти по этой профессии. Первые конкурсы в своей жизни помню. Я помню, как тяжело было пробиваться, конкурсов было мало, тренироваться было сложно, инструментов не было, препаратов не было. Я вспоминаю советские времена. Да. И поэтому, когда я решил сделать этот конкурс, я понял, что это в первую очередь нужно молодым мастерам. Потому что конкурс мастер развивает три вещи. Первое, то есть это чувство формы. Второе, то есть это техника, моторика и тайминг. То есть когда эту ты работу можешь делать за более короткий период. Тоже не всегда интересно, когда тебе прическу 4 часа делают, и непонятно, что получается. Вот. Надо, чтобы быстро, конкретно, и при этом все было эффектно. А это нужны тренинги. Это как музыки. Потому что большая часть тренингов, примерно это трехдневные курсы игры на скрипке, которые, ну, практически ничего в мастере не развивают. А на конкурс люди тренируются, это для них такой жизненный экзамен, и, конечно, они становятся другими. И поэтому я понимал, что должен быть конкурс честный. И я в этой ситуации привлекал людей, которые не страдают материнским инстинктом, что кого тренируют, а мы высокие оценки ставлю. Вот, мы с этим очень жестко боремся, так как того, кто тренируешь, ты не оцениваешь. И благодаря этому появилась объективность в оценках, появилось много номинаций, появился симбиоз иностранных мастеров и наших. И вот эта атмосфера, конечно, толкает мастеров расти выше, лучше быть, чем были. И неважно, какое место займет мастер, он уже по отношению к себе на более высоком уровне, чем был до этого. И вот это очень важно, потому что индустрию красоты тоже нужно поднимать профессиональный уровень, и нам еще, честно говоря, далеко до совершенства. Потому что, если говорить по стрижке и окраске, то все-таки это Европа, это англичане, они лидеры здесь. Школа Видал Сессон, школа Сейка. Вот. Мы сильны в прическах, мы сильны в нейл-дизайне, и мы сильны в визаже. Но вот стрижки и окраски, к сожалению, нам еще нужно подтягивать и подтягивать. В этом мы достаточно очень серьезно отстаем от Европы. И так как нет серьезных школ, нету серьезных тренингов, потому что длинные тренинги, серьезные тренинги стоят дорого, так вот конкурс – это то, что зажигает людей, как-то вот остановиться, объединяет сильных людей, которые бросают свои дела и начинают тренировать молодежь талантливую, зазывать из разных городов, очень много бесплатных таких, я бы сказал, туристских тренингов. Это тот момент, когда, вот знаете, такая идеология и, наверное, какая-то верность вот своей профессии,
но преданно своей профессии, объединяет, еще раз говорю, очень многих людей, которые, ну, в конечном результате поднимают на высокий уровень, наш уровень профессиональный стилистов, нейлдизайнеров, парикмахеров, визажистов, потому что соревнуются все, и косметологи, и подологи, и наращивание ресниц, конкурс даже есть, я уже не говорю там про все остальные номинации, пишут которые вообще признанные. Так что вот. Вот, меня еще волнует вопрос. У вас есть фестиваль, который два раза в год, у вас есть академия, у вас есть сеть салонов. Как вы все успеваете? У нас большой штат, потому что выросло за 20 лет очень много народу, которые могут достаточно спокойно заменить тебя, но при этом все равно, то есть нельзя отпускать ничего далеко, нужно контролировать. Вот, и, ну, наверное, четко расставляешь приоритеты, четко расставляешь задачи, и самое главное, что сегодня в индустрии красоты добивается успеха тот, кто из этой индустрии, кто хорошо может понимать и чувствовать себя и как руководитель, и прежде чем приказ, ты себя подставляешь как мастер. Как бы ты отреагировал на те или иные замечания, скажем, какие-то приказы или изменения, там что-то в деятельности, может быть, которое уже в конечном результате люди привыкли, и вдруг что-то новенькое такое. Не всегда новенькое у нас хорошо воспринимают. Но ты очень должен корректно действовать и все время смотреть себя как руководитель, как стилист. Вот. И таким образом приходится достигать какого-то определенного компромисса, потому что наш бизнес – это постоянный компромисс между клиентом, мастером и собой. Ой, спасибо большое, вы потрясающие. Безумно приятно с вами провести сегодня день, целый день я у вас в гостях. Спасибо, вы очень интересно все рассказываете. У вас действительно потрясающий фестиваль, потому что я прошла сегодня везде, я залезла везде, я смотрела на сцену. Замечательно. Мне понравилось. И самое главное, что мода мужская тоже начала развиваться. Да. Вот, это тоже очень важный момент, потому что я долго ждал, когда начнет развиваться мужская мода, потому что для мужчин тоже очень много всего появилось. Mm-hmm. Если к нашим женщинам нет претензий, но мы чаще видим несоответствие мужчины рядом с женщиной, понимаете? Мы видим женщину в театре, одетую в вечернее платье, и мужчины, которые в джинсах и свитере. Но это так вот смотрится. Еще я уже не говорю там при этом, если волосы чистые, уже хорошо. Я уже не говорю там, ну, появились барбаровские салоны. Вот. И, конечно, я всегда говорю мужчинам, вот если все хотите иметь с собой красивых женщин рядом, так вот красоту нужно выгуливать. А выгуливать ее нужно как раз туда, где она сможет еще больше подчеркнуть и найти интересного для того, чтобы еще быть более красивой для вас. Поэтому выгуливайте красоту, выгуливайте своих девушек в такие мероприятия. И это действительно правильно. Здесь правильные подарки. Не то, что вы там думаете. Она сама выберет и даст намек, что потом подарить на 8 марта, на день рождения, на Новый год. Потому что здесь нужно ориентироваться. Ну что мужчина может подарить женщине, особенно если между ними еще такие дистанционные отношения? Тут очень корректный вопрос. Конечно, косметику. Она нейтральна, она не ставит зависимость в девушку, и она всегда пригодится. Так что вот, ждем всех здесь у нас еще 3 дня. Эта феерия будет продолжаться для тысяч посетителей, планирующих прийти к нам на фестиваль. Огромное спасибо, друзья. Я завершаю сегодня прямой эфир и отправляюсь в Москву. Так что до встречи в Москве. Продолжу все прямые эфиры из Москвы. До встречи. Пока.